Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Чаще всего попадают в неприятную ситуацию дети, гуляющие вблизи водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, которые выходят на тонкий неокрепший лед. Избежать происшествий возможно, если использовать меры предосторожности. Первое – это не выходить на тонкий непрочный лед, не выходить в тех местах, где установлены запрещающие аншлаги, не подходить к промоинам, трещинам на льду, не выходите на лед в темное время суток, не выезжать на автотранспорте, мотоциклах на поверхность льда вне переправ. Берегите себя и своих близких, соблюдайте правила безопасности на водных объектах в зимний период.